Всем привет, меня зовут Уварова Лея, и сегодня я вам расскажу, как на картинку нанести логотип. Итак, для этого нам понадобится программа FastStop Image VF. Эту программу можно очень легко скачать. Забиваем просто в строчку Яндекс название, нажимаем кнопочку «Найти», и вот первым она у нас делом показывается. Нажимаем. Скачиваем все, что нам нужно. Если нам первое не подходит, смотрим другие, да, дальше скачать. Находите тот вариант, который вам больше всего нравится. У меня уже оно установлено. Давайте запустим. Вот так вот оно будет выглядеть. Такой глазик. Запускаем нашу программу. И в эту программу сразу закидываются все наши фотографии, которые у нас есть. Давайте нажмем на рабочем столе. Да, готово. Картиночку, да, с этими картинками мы часто пользуемся, когда хотим привлечь потенциальных бизнес-партнеров. Итак, взяли картиночку, еще нам нужно подготовить наш логотип. Вот у нас есть логотип, тоже я на рабочий стол сохранила. Итак, когда мы подводим курсорчик вправо, к верхней панельке, видите, у нас открываются все папочки, где есть фотографии. Нам нужна вот эта картина, боковая. Находим здесь рисование. Вот здесь можем сделать разные функции. Сейчас вот нам интересно логотип. Нажимаем рисование. Открывается нам вот такая дополнительная панель. Здесь мы можем тоже взять текст написать, разные эффекты наложить. Но сегодня мы с вами рассмотрим логотип. Находим вот такую картиночку. Отводим на нее курсор. У нас написано «Водяной знак». Выбираем наш водяной знак. Вот он. И куда нам надо, выделяем область. Можем точно так же переносить куда-то в другое место. Например, внизу курсор сделать больше, наоборот, уменьшить. И поставить туда, куда нам нужно. Дальше. Эту фотографию нам нужно еще сохранить. Вот мы нанесли логотип. Опускаемся вниз, нажимаем ОК. Нам объединили наше фото. И нам его необходимо сохранить. Нажимаем опять боковую панельку. Сохранить как? На рабочий стол переименовываем. Так, рисунок. И сохраняем. Давайте посмотрим, что у нас. Сворачиваем программу. Смотрите, было у нас два рисуночка, получился один. Вот, открылся у нас логотип. С вами была Уварова Вера, команда «Территория». Надеюсь, была вам очень полезна. До новых встреч. Пока-пока.